Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Afan of Music, и сегодня мы с вами послушаем Souls Wear Shadow, produced by Kurt Curtis и Veins. Окей, что за мужчины? А, без обид. Охуенный трек. И ничего не знаю здесь. Хорошо, это, естественно, VIP-заказ, а вы что думаете? Это VIP-заказ. Спасибо вам большое за поддержку, очень приятно, надеюсь, что ты кайфанешь, и я тоже надеюсь, что кайфану от этого трека. В общем, впервые вижу этого человека. Тречок вышел, получается, 2 недели назад. И сразу такой вопрос. Чек, наверное, он клава срочно. Итак, только я хотел сказать, что немножечко странный трек, потому что, ну, это буквально второй трек в карточке артиста, а уже откуда-то такие большие клики. Я подумал, бля, неужели это какая-то накрутка? Но я увидел сейчас у некоторых реакционеров уже реакцию. Я так понимаю, он скупает у всех, у кого можно. Интересная стратегия. Да. В общем, я не исключение. Сейчас посмотрим, что это такое. Надеюсь, что это что-то интересное, что-то хорошее и уникальное, ну или хотя бы просто не банальное, да, хотелось бы. Посмотрели попросили посмотреть тизер, попросили посмотреть клип. Давайте посмотрим тизер, что это такое. Да что, хватит мне все звонить. Все, короче, я уже не вывожу. Смотрим тизер, слушаем. Got my Benz, посудиться, вам не место, а не место. Got a freestyle, where I got a lot, I don't reply. Боже правый, кто это вас так? Смотрю ща на ваши мулы, хочется рыдать. Прикольно, стильно достаточно. Модером будет ЗП со 100к, но могу вам 100 рублей в месяц отсыпывать. Прикольно, окей. Второсортный трек. Ну, флоу прикольный. Посмотрим сейчас, второсортный, не второсортный. Сейчас посмотрим. Все, слушаем. Надеюсь, что в течение трека будет развитие, и это не весь флоу на один трек. Потому что вот только что-то и послушали, и, ну, сами понимаете. Трэвис Скотт, понятно. Привет, Ликити. Разнообразие флоу, респект. Подожди, я правильно понимаю, что он читает, типа, на Dark Trap в 24-м говорит, что Dark Shadow в 24 позорище, у него трек называется Shadow, он говорит, что заебался, и тебе при этом пишет на вот эту хуйню. Немножко я не понял концепта трека, ладно, допустим. Текст ужас. Нормально, чисто на такой стиль пойдет. Текст ужас это у Тейпа. Говорю, вот у Тейпа был бы такой текст, я бы не выебывался, серьезно. Пускай глаголит сколько хочет, блять, но у Тейпа был просто пиздец. Крип есть, насколько я понимаю. Возможно, я путаю. Да это хуйня, а не кекс, блядь. Да, блядь, не нужно здесь каких-то интересных образов на такую хуйню, блядь. Как вы понять-то не можете? Даже, возможно, не про кроссовки Реконс. Возможно. Хуй знает, про что речь. Короче, бро. Звучит достаточно второсортно. Даже учитывая то,
что у тебя есть какая-то своя подача. Есть какая-то своя подача. Привет, Вилончик. Чё ты грустил-то, блядь, не грустил? Сейчас будут мидиксы. Нам грустить нельзя. Вот. Несмотря на то, что подача была достаточно интересная. Да что, что с камерой сегодня? Весь день, блядь, я в расфокусе. Это ненормально, нахуй. Вот. Из плюсов разнообразие флоу. Пытаешься чувствовать, пытаешься какую-то свою харизму выдать, но не очень получается. Я думаю, что потенциал в тебе есть. Делай дальше. Пробуй себя дальше. Но пока что это звучит очень второсортно, даже с подачей. Реально. Это не своя подача Воскресенский, это не Воскресенского подача от слова совсем. Просто вот вообще ничего от Воскресенского здесь нет. Вообще ничего. Скорее, я здесь Форена даже какого-то слышу. Скорее Форена. Это не менее харизматичный Форен, блядь. Не знаю. Как-то так. В любом случае, спасибо большое за поддержку. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий. Не забывайте про Telegram, Twitch, Boosty. Все ссылочки в описании. С вами был я, Афан. Вы были на канале Афанов Мьюзик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.